У православных сегодня калядная кутя, день, які попередничая святу водохрыща. Во всех храмах пройдут урочистые службы, отбудется освящение воды. После яго у любой крыницы вода лечится гаючей. Завтра основные святочные мероприемства разгорнутся на набережной Сожа. Хрестный ход почнется у 10:30 у районе Киевского спуску. Жадающие смогут окунуться в воду в пляжной зоне слева от пешеходного моста. Купели будут обсталеваны так само у приходах на территории Спаса Преображенского храма, у храме святого Архангела Михаила, на возеры побач с храмом святого великомученика Георгия Пермагоносца. У першиню сегодня для верников открылась купель у храме преподобного Микиты Сповядальника, епископа Халкидонского у агрогородку Поколюбича.